Всем доброе утро. Я буду варить кашу. Уже 100 лет что-то я кашу не варила, между прочим. Так что надо будет сварить. Сейчас я вас сюда немножко подвину. Ну, овсяную, да? Как всегда, конечно. Овсяная для меня это самая быстрая каша. Мне тоже некоторые писали манка еще. Ну, манка все равно немножко подольше. И чтобы обязательно без комочков. С этой проще. Ну, мне больше овсянка, честно говоря, нравится, чем манная. Ну, надо молоко купить. Кончается. А то без молока 3,5, например, я не могу кофе пить. Вот это кофе, которое я последнее покупала, я вроде бы показывала же, да, в Росман. И, честно говоря, вот это. Пока оно горячее, ничего. Если чуть оно остыло, какой-то у него привкус. Больше не буду брать до конца его. Выпьем, и больше брать я его не буду. Не понравилось оно мне. Потому что я могу, знаете, когда немножко даже кофе осталось, я потом холодное его могу пить, а это нет. Выливаю сразу, если не допила. Как-то так. Все-таки все равно вот именно еще этот вкус. Послевкусие, да, так скажем, должно оставаться. Потому что летом иногда я прям жду, чтобы он остыл. Холодный кофе или лед могу добавить. И пить холодный кофе. Но сегодня у нас прохладно. Видите, я уже в толстеньком халатике. У нас и дождь опять пошел. Пришел дождь с Баварии. Теперь у нас будет. Но зато у вас, надеюсь, хоть солнце будет. А то там, правда, у вас что-то это. У нас было солнце, у вас дожди. Но, наверное, теперь наоборот. Прохладно. Прям 12 градусов, по-моему, с утра. Куртку уже даже можно такую, знаете, потеплее одевать. В кожаной прохладно. Сейчас у меня есть замороженная ягода. Просто с ягодой, да, с этим агава сироп. Вот такой сытный завтрак. Вот когда чуть похолодает, меня сразу тянет на каши. У кого так, пишите. На что-то потеплее. А когда жарко на улице, то хочется холодные какие-то йогурты. Просто там такое... Босик кушать хочет? Да. Да. Босик хочет кушать. Вот он аппетит, босик. Водичку тебе еще поменять. Бит еще. Все, каша настоялась. 10 минут и готово. Ну, в смысле, постояла такая, она не сильно густая, видите. Можно было, чтобы еще постояла, но уже есть хочется. Жидковатая. Ну ничего. Еще осталось. Так, ну и малину замороженную. У меня есть клубника тоже, потом всякие разные там эти фрукты. Ну. Каша мне больше малина, больше нравится, и банан. Именно в горячую кашу можно замороженную положить, но быстро сейчас разморозится. Так, ну и семена льна. Чия. И агава сироп. Еще есть банан, конечно, но банан не уйдет. Это уже много. Банан сам по себе, он такой сытный. Ну и такая красота получается. Именно когда заморожена малина, посмотрите, как она красиво смотрится, да, вот это вот беленькая, когда начинает. Ой, красота. Еще бромберы, как она, ежевика называется, но она такая кисленькая, тоже замороженная есть. Вот когда она ее ложишь, да, вот смотрите, как беленько вот это вокруг. И вот когда черная тоже, вот с таким вот вообще красиво. Сейчас у меня кофе наливается, у меня тут еще такой мини-букетик стоит. Гвоздички потихоньку распускаются, пока они не пахнут. Да, пока они не пахнут, чуть попозже будут, наверное, когда полностью распустятся. Ну, конечно, они будут долго стоять, пока они все распустятся. Тут их много, бутончиков. Так, кофеек. У нас конфеты эти никто толком не ест. Коля как-то взял их. Вот два вида, белые и вот эти молочные, да, шоколад. Я не знаю, зачем он их взял. Кинул, говорит, так на всякий случай, что были. Ну, они, конечно, потихоньку, я смотрю, кончаются. Но они у нас уже, наверное, месяц. Если не больше. Ну, ничего.
Всем, кто завтракает, желаю вам приятного аппетита и хорошего вам дня. Всем большой привет. Ну что, насчет вчерашнего видео, да, это я ложу сейчас пульт в карман, чтобы не мешало или не потеряла я где-нибудь его. Насчет того, что я выбрала, да, короче, я оставила белый набор себе. Ну, не набор, да, так скажем, что подобрала. Белую рубашку, я уже ее и постирала, и погладила. Я вчера ее сразу же кинула в стирку, мне надо было белое, да, тоже вместе. Брюки белые и рубашечку постирала и погладила. Вот такая вот. И белые брюки. Это, короче, лен с катоном вместе, вперемешку. Думаю, он не так будет. Ну, конечно, он как-то тоже мнется, но все равно не так, как лен, да? Но он такой погрубее немножко материал. Все-таки он со временем отбелится. Но цвет немножко отличается. Но я думаю, даже это, может быть, и будет лучше. В смысле, и материал то, что немножко отличается, да? Потому что если бы были такие же брюки, как вот этот натуральный лен, это было бы, он сильно бы был тоненький и просвечивалось сильно, да? А вот это он так не просвечивается, материал. Так что я оставляю, так как мне белые брюки нужны были. Вообще бы я бы с удовольствием взяла бы еще вот такую рубашечку, например, если бы, знаете, такого небесно-голубого цвета, даже бледно-розовый такой, знаете, как... И мятный, вот если были, я бы с удовольствием взяла. И все, на лето вообще вот рубашки я обожаю, прелесть. Без рубашек я жить не могу. Вот, например, сейчас покажу, у Коли есть. У него сейчас я тут вас не задену. У Коли есть вот белый, не белый, а вот этот вот такой цвет. Вот у него такая футболка, да, ну типа вы видели такой, как мятный цвет. Но это потемнее, чем мятный. Вот такая у него белая, это с Хаунтем белая, это Цара, вот этот вот цвет. Тоже классные такие летние. Вот это льняная, а вот это вот просто тоже ХБ. Она у него уже много лет, вот это белое, тоже именно в отпуск, вот так вот летом, да, даже вот так вот с шортами, как расстегнутая, так, да, вот типа накинуть, когда жарко. Там с белыми у него тоже есть белые льняные брюки, этот цвет офигенно смотрится, короче. Вот был бы такой цвет, я бы взяла. Вообще люблю летом, когда белое, что-то такое яркое, розовое, малиновое, голубое и с белым именно. Ну, короче, вот, смотрите, я еще от чего избавилась. Тут кучечка прибавилась, у меня пакет, считай, там стоит. Потом еще несколько, не несколько, а двое топов я в стирку бросила, ну, чтобы потом тоже от них избавиться. Сначала освежу их, так скажем. Брюки вот эти белые, я сразу сказала, что я их носить не буду, так как они мне уже много лет уже поднадоели. Последние 2 года я их не носила, эти белые, так как уже все-таки, ну, старый пошиб, да, с накладными карманами, вот эти, не знаю, ну, надоели. Бывает же такое, да, у нас носим-носим, потом поднадоедает. Потом, раз у меня рубашку я взяла, значит, она должна вылететь, так как тоже уже последнее время не носила. Тут футболочка, про которую я говорила, как беременная в ней. Я показываю, если кто не видел, посмотрите предыдущие 2 блока. Ну, предыдущие у меня, там я разбор гардероба. Я там показывала вот эту футболку, но она правда в ней как беременная. Ничего не имею против, но просто вот как-то, ну, неудобно вот это вот. Когда ветер, оно вообще вот так вот все. Тут тоже какие-то брюки, там юбка, короче, носить я и не буду это. Как и не носила вот последний год. И вот эту сумочку, да, про которую я говорила, поиграться, ну, она мне тоже лежит, честно говоря. Ее можно, конечно, носить под спортивный стиль, да, типа там одел эту толстовку, джинсы, да, вот светленькое все так, надел ее и пошел. Но у меня не тянется к ней рука, это я так, да, как говорится, показала вам просто, с чем можно, да, ну, не. Если бы она была, может быть, белая, чисто белая, без вот этого вот черного, а так она грубовато все равно смотрится. Ну, вот тогда вот, 3 года назад я ее как-то взяла. Все равно мне тянется к моим сумкам, которые вот я люблю. Их я ношу. Вот это вот нет, лежит. Так что вот эта кучечка тоже освобождается. Место у меня в шифонере теперь освободилось. И вот 2 вещи появилось. Как говорят, если одну вещь берешь, одну надо выкинуть. Но я 2 вещи взяла. И посмотрите, сколько еще у меня тут пакеты. Там еще, ну, короче, вот так. Освободила немножко. Ну, брюки тоже вот эти вот, например, кремовые, да? Ну, которые я вчера показывала с рубашкой. На видео они намного красивее смотрятся на самом деле. А вот так вот, ну, смотрю вот на себя, ну, думаешь, вроде ничего, да? Ну, ничего, это, как говорится, пустое место. Решила их все-таки назад отправить, потому что будут лежать. Вот белое хотела, белое оставляю. Так как рубашки у меня есть, брюки у меня тоже много есть всяких вот эти вот. У меня и черных, считай, 2 есть широкие, потом... Эти в горошек тоже широкие, потом эти, как они, синие пилоты. Так что хватает мне.
пока. Может быть, я говорю, в магазин, когда пойдем, может быть, что-то я присмотрю. А так все. Кучечка у меня такая, ой, звонят. Ну ладно, встретимся с вами еще. А это сыну старшему пришли две посылки. Одна с Саланды, я так думаю, здесь обувь, наверное. Ну, похоже, так что какие-то себе кроссовки, наверное, выписал. Ну и ритуальс, все знают, да, что это там может быть. Ну, пахучки вот эти вот всякие для дома. К сожалению, открыть не могу, не мое. Ну вот, решила я эти булочки сегодня в духовке запечь, которые покупала в Эдеке, да. Ну, они продаются везде, конечно, и в Альде, и в Лидл, да, вот это вот тесто. Так-то я их брала часто, и так просто, как обычно, да, пекут просто в духовку, все. Вот именно по этому рецепту увидела я у Алены. Алена, тебе привет, если ты меня смотришь, с Берлина, да, вот которая. И вот она делала, и мне так прям захотелось, думаю, попробую сделаю. Они сейчас до конца у нас разморозятся, потому что нам надо будет здесь разрезать посередине и положить туда сыр такие, ну, не маленькие, такие крупные брусочки. И сверху вроде бы она с кунжутом делала. Ну, попробуем. Ну, вот я когда увидела, думаю, надо обязательно это сделать. Так что будем ждать, когда разморозится, и потом будем с вами делать. Да, тут их 8 штук, но я 4 взяла. Там брецели еще, да, такие есть, как их называют. Ну что, мои булочки, они разморозились. Ну, Алена, между прочим, когда я смотрела, у нее совершенно другие. Но она покупала в Альде, да? Это именно с Эдеки. Может быть, разница есть все-таки, да? У нее они прям так вздулись немножко, когда... Ну, я в том смысле, когда они разморозились. Так поднялось немножко тесто. Здесь нет. Вот как было, так и есть, но они разморозились. И даже цвет, мне кажется, желтее такой. Ну, посмотрим, что получится. И, например, вот в духовку она ставила на 170 градусов, а здесь вот стоит именно вот на этих булочках. Например, если на двухстороннюю 210 градусов, а если с вентилятором, то 190. Я не знаю, я, наверное, на 200 поставлю, на двухстороннюю. Сейчас я посмотрим, что получится. В принципе, как это, как написано, так и буду делать тогда. Ну и сыр, да, вот у меня Кауда. Такой молодой, да? Вот я сейчас... Открыла упаковку. Ну, он у меня так неровно, да, столбики, потому что сам он идет такой конусной формы. Ну, и сейчас будем разрезать сюда. Сейчас я подвину вас немножко. Что, будем пробовать сейчас? Я в морозилку положу, а то хотела почитать, посмотреть. Испытываем с вами вот с разных магазинов, как в Альде, да, вот. И как с Эдеки будут они выглядеть. Ну и здесь разрезать надо ровно. Ой, я не тем ножом. Это для сыра. Лезвия у меня нету для теста, так как тестом я не, как говорила, не дружу. Не готовлю ничего. Хлеб не выпекаю, чтобы там рисунки какие-то делать. Поэтому нет у меня лезвия специального. Тот, кто хлеб печет, знаю, у них есть. Так, чуть раскрываем. Ну так, тесто хорошее, мягкое. Лишь бы у меня не вытекло оно, этот сыр. Потому что они такие что-то плоские. Сверху кунжут, а еще яйцо надо. Яйцо надо. Вот хорошо сейчас вспомнила. Яйцом надо намазать. Ой, тут что-то толстенький кусочек. Тут девочки писали, говорят, Женя, когда пробовать будем? Вот решила попробовать. Ну, сейчас попробуем с Эдеки с теста, а потом с Альди. Вообще, раньше я всегда с Альди брала вот эти именно булочки. Вот первый раз с Эдеки взяла именно вот эти булочки. Я говорю, не поднялось тесто. Тут до конца я разморозилась. Так, ну и сейчас яйцо я ищу.
так чуть-чуть, чтобы прилипло. Кунжут прилип. У меня кунжут тут еще, который мы в России брали с казахстанского магазина. Вот этот вот черный именно. Вот тут нету этой. Белый. Белый это уже здесь брала. Ну и все, ставим в духовку. Буду ставить на 200, так как написано. Увидимся с вами через 16-17 минут. Ну все, 17 минут прошло. Смотрим, что у нас получилось. Делала все, как на упаковке написано, на 210 градусов. 17 минут на двухстороннюю. Ну вот, красота. Поднялось тесто. Горячее. Вот такая вот красота. Пусть все остынет. Я надеюсь, это будет очень вкусно. Сырные булочки. Сейчас поближе покажу. Вот такая красота. Тут на камере кажется, что они подгорели, но нет, это просто такое освещение сверху. У меня еще тут лампочка горит под шкафами. Ну, аппетитно выглядит, конечно. Так что спасибо, Алена, за рецепт. Пробуйте. Ну, уже время прошло, они хорошо остыли, но я еще пробовала, знаете, когда горячие прям, ну, не горячие, а, знаете, так немножко приостыли, такие теплые были, сыр еще тянулся, сейчас уже совсем остыли, но все равно они такие мягкие внутри, все пропекается, так что вкусно, половинку я съела. Ну, а теперь я хочу приготовить, знаете, типа спагетти с этими, с креветками, у меня есть такие спагетти, они такие, знаете, не круглые, а плоские. В Lidl продаются вот такие вот тоже. Они чуть дороже простых спагетти, но очень вкусные. Добавили туда, наверное, песто у меня вот это есть, оливковое масло. И просто вот эти вот креветки, они уже готовые. Вот они разморозились. Сейчас сварю спагетти и потом туда добавлю. Ну, сначала, конечно, их немножко так с оливковым маслом как бы обжарю, да, и добавлю туда потом спагетти в сковородку. Ну, рецепт показывать не буду, так как это просто, да, я уже такое на типа делала. Можно и с томатной пастой. Не с томатной пастой, а, знаете, такие есть пассерованные томаты. Вот с ними тоже классно. Но у меня их нету, буду делать просто с оливковым маслом. Можно было и с этими тоже, со сливками. Но сливки быстро впитываются в лапшу и потом не очень. Чуть-чуть постоит, их надо именно только сразу горячим есть. Ну ладно, буду тут. У меня креветок много, я их все разморозила. У нас только двое. Ну, может быть, сын заедет старший. Посмотрим. Но все буду делать, раз уже разморозились. Обратно я замораживать их не буду. Ну, креветки мои готовы. Я немножко их, совсем немножко, как сказать, поджарила, да, так как они готовые. Здесь у меня два зубчика чеснока, я их выкидываю. Я их с оливковым маслом, чтобы немножко запах был. Здесь у меня песто я уже добавила. Ну, и сейчас добавляю уже лапшу, она у меня сварилась. И еще немного оливкового масла. Так, уже специи у меня все есть. И перемешиваем так по-быстрому. Так-то я добавила. Сейчас добавлю свежемолотый перец. И еще немного оливкового масла. Ну и все, вкуснота готова. Свежая петрушка, конечно, было бы хорошо. Я добавила замороженную, у меня была. Но укроп сюда никак не идет. И лук зеленый. Свежий укроп у меня есть, но... Здесь я красный тоже острый добавила. Сладкую паприку. Вкуснотень. Креветок нормально как раз.
Вроде бы лапши старалась поменьше положить, но как получается, как всегда, да? Вот как есть прикол тоже видела. Суп когда варишь, добавляешь лапшу, кажется, мало. Может быть еще, а в итоге потом там лапши столько, вот так же, как и сейчас. Ну и все, готово. Ужин готов. Так как оставалась у меня еще одна бурата в холодильнике, я сделаю опять такой же салатик. Ну или закуска, его все по-разному называют. Как раз такой. Получился у нас итальянский ужин. Просто и быстро, да? Ну и вкусно, конечно же. Так что всем, кто кушает, желаю сейчас приятного аппетита. Ну и на этом я свое видео уже буду заканчивать. Всем огромное спасибо и всем пока!